Ну, пока что, короче, мне Ви заходит. Мне не нравится то, что она с палачом начинает. Блин, такое себе на самом деле. Палач это такое себе. А я вот не знаю, кстати, что за движок они заюзали. Но графика мне нравится, очень приятная. В Валоранте они не завышенные коба цены, они не локализированы под Россию. Для них это нормально, для них это нормальная цена. Короче, здесь тяжело в дефе. Я вам сразу говорю, кто еще не играл в игру, но хочет поиграть, в дефе крайне тяжело, потому что ТТК низкий, пушат за секунду. Ну, тяжеловастенько, короче. Давай, смотри туда, я туда. Давай держаться вниз. Понимаю. Go here. Как тебя убили там? Пожалуйста, команда, сзади расстреляй. Хорошо, хорошо. Блин, как же мы дефаем жестко. Хорошо. На, в головешку. Мать, добей, просто добей. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же я его не перестрелял? Хорошо, было хорошо. Ну я же показал, братик, я же показал, где он. Блин, она дефает вообще кайф. Вот ее в деф нужно брать, ребят. Ви нужно брать в деф, в любом случае, очень жесткая. Пока из всех, я всех уже попробовал, у меня все агенты открыты. Время, он не понимает, что время идет. Она понимает, молодец. Хорош, хорош. Жопа топовая, согласен. Так, 16 тонн, нихера себе. Так, так. Взрывных устройств. Нет, нет. В деф. Все закупаем для дефа, ребят. Я могу А в соло, наверное, дефать. Если они не будут, сломя голову, бежать, я, наверное, всех перебью. Пока идем вкусненько, пока идем вкусненько. Ви вообще, пока мой этот... как называется? Как это называется, ё-моё? Ну, короче, больше всех мне нравится. Для дефа уж точно. Но я ее хочу и в атаке, фаворит, да. Старый стал, блядь, голова не варит. Мой фаворит, да. Гризли, ты мне... Вот, блин, была бы еще инфа, был бы микрофон, чтоб он мне говорил. Так, она одного убила. Они не пушат, они не пушат, брат, они не пушат. За где они? А, окей, иду, иду. Сейчас подпушу. Она не перезарядилась! Почему не перезарядилась? Слушай, по поводу рекламы, блин, спасибо за подписку, ребят. В СНГ очень туго. В СНГ, ну я перезарядился вроде перед кувырком, нет? Я думал, я успел и поэтому кувыркнулся. А в СНГ рекламы нету, но вчера ее Инкон стримил, ребят, у Инкона 15 тысяч зрителей было, я вам так скажу. Даже для Инкона это ого-го, 15 тысяч у одного стримера. Ой, хорош. Ой, хорош, как же он отработал. Молодец. Все прохавали просто. Ой. А, мы выиграли лол опять по таймингу. Хорошо. Это тактика, это тактика. Здорово. Я пока стримлю в соло играю. Что за глупые рожи? Стоп.
Это ж мы. Выглядим как идиоты. Можете добавиться в друзья, ребят, потом поиграем обязательно. Как тут бабки получить? Какие бабки? Я просто, видишь, First, я хочу... Ну, я когда стримлю, у меня 80% стрима — это общение с чатом. Мне больше интереснее общаться, чем играть. А если с кем-то в пати, тогда нужно с голосом играть. И бла-бла-бла. Бабки получить, имеешь в виду внутри игры, чтобы что-то купить? Так просто киляй. Ой-ой-ой, я его ядом убил. Ой, куда я кинул? 14 хп. Это я профессионал. Хорош. Вот этот раунд я нормально отыграл. Вот это я нормально отыграл сейчас. Так, уведомление, когда враг. Ну, при ранении врага перезаряжается. Вот, вот это нужно, да? При ранении. Подожди, при ранении или когда я его добиваю? Блин, ну надо проверить, короче. При всех раскладах надо проверять. Здорово, SnakeMac. Ребят, всем привет, кстати. Спасибо за поддержку, за подписки там и все такое. За отсутствие донатов сегодня. Еще пофиг. И, сука, слезу пустил. Так, ну 3-0 идем. Еще кайф. Как тебе вообще игра? Слушай, мне в целом нравится пока что. Не знаю, как быстро надоест. Valorant не надоел быстро. Поэтому я планирую, что и эта игра не надоест. Топовая поддержка. Вообще не игре. Ах ты жопа шла. Достал до него? Нет. Хорошо перестрелял. Помощь бы, блять. Он умер? Окей, тогда отходим. Брат, ну как же ты даун? Блин, ну как поздно сказал, enemy behind us. Ну что такое? Enemy behind us. Так, все, фуловая пушечка. 3-1. 3-1. Что такое дропы? Если вы связали аккаунт свой, посмотрите, там должно быть у вас написано, либо вы связали, либо нет. Вам может выпасть доступ к игре, ребят. На моей трансляции. Так что, ну, как говорится, хорошего просмотра. Остальным соболезную. Сегодня даже на дошек не заработал. Сегодня я еще ничего не заработал. Ноль просто сегодня. Да писать хочу, не могу. Воды напился, пока в American Truck играли. Ай, блядь. Да как я ему в голову так накидал-то, алло? Это закрытое бета-тестирование, но купить доступ можно. Я не понимаю, они просто оббегают, ё-моё. Сейчас я приду.
Тихо, какое предупреждение, алло. Забавно, да, кстати? Это тоже надо проработать. Блин, надо было достреливать. Домой. Просто домой. Домой. А этот оббегает, наверное, как крыса, по-моему. Он не то что оббегает, он еще хуже сделал. Они пошли и поставили просто, прикинь. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. На дошек. Лё, дошек куплю. Брат, спасибо огромное. Блин, он именно этот проход смотрел. Сентр, спасибо огромное, дядя соточка. Ну, чисто первая соточка сегодня залетела, спасибо большое. У нас чел в воду упал, бляха мух, сука. Он бежал, я испугался, смотри. А выбраться нельзя из воды. Дропса, да, не заизливка. А кто? А с чего ты взял то, что мы... Блин, офигеть, 3-3, жестко идем. А что, нас меньше или что? Так, мы продолжаем на Ви. На Ви будем продолжать. А кого меньше их? На достаточно слабом компьютере. Ну, посмотри минимальные системные требования. Там они настолько кошачьи, что просто жесть. Скорее всего, пойдет, я думаю. Ну, смотря какой вообще, какой у тебя ком. Ну, посмотри на этом, в системке. Слабый это домофон. Можно с домофона играть. На сайте нет требований. Да вроде есть. А, вроде есть. А Стинек же кидал на прошлом стриме требования, по-моему. Или кто-то, кто-то кидал. Кто-то зашел где-то, нашел требования. Наверное, в Epic Games есть. Моус. Када. А, нас трое против четверых? Не, ну мы можем в атаке вывести. I seek vengeance. Блин, я думаю, это ж не буду закупаться. А где у них было не очень хорошее помещение? Вроде везде было нормально, чётенько, нет? Давай, типа на Б летим, типа на Б, такие на Б, а сами такие, херак сюда. Ну в атаке, мне кажется, она такая себе. Вот в атаке я в ней вообще не уверен. Хотя, если я буду яд закидывать туда им. Так. Как отменить? Надо было нашего поднимать. Don't let them disarm it. Go here. Ой-ой-ой, пошел по ядику. Домой. Какая она вкусная. Go here. All targets are... Хорош. Хорош. Вот это нормально было. Вот сейчас, ну согласись, ну согласись, чат, ну нормально, ну красиво. Спасибо за подписку. Я говорю, разыграюсь, мне просто нужно найти своего агента, ё-моё. Давай облако. Облако как дым будет работать у нас, да? Как смоки.
Смаки. Так. А куда они говорят? А, ну опять на. Окей. Я попробовал бы обойти, конечно. Втроем против четверых будет тяжело. Сейчас у них закуп... А, у них, наверное, сейчас закупа не будет. Ну да, 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 типа того. А, блин, я не увидел щит. Так. Минус черепушка. Ой-ой-ой, она уже со снопой. Нужно похилиться, брат. Сзади. Хорошо. Ты один здесь был? Один. Как же я их читаю, господи. All targets illuminated. All targets, ё-моё. Хорошо, 3 в 4. Ребят, 3 в 4 тоже можно выиграть. Все-таки это экшон. То есть это стрелялка. Чуть-чуть по иму переигрываешь, все. Можно как в Counter-Strike, как в Valorant, как вот где хотите. А то хп IC больше. Нормально, пока. Идем вкусно. Катка явно на YouTube намечается. В нарезочку, как бы, и все такое. Ребят, кто не подписан на YouTube, можно на YouTube подписаться. 3-4 лайка сегодня всего. Мало. Мало половин. Опа, обманочка. Вообще там невозможно обмануть, мне кажется, таким образом. Блять, я что, мало половин спел только что? Я только сейчас сам понял. Это же Бузовая песня, да? Что за дерьмо? Чел, выйди! Пожалуйста, команда, блять. Он не понимает. Настроя. Чел, 40 секунд, очень плохо. Как я его не передамажил, кстати? Но он мне в голову накидал просто. Хорошо. Ай, плохо. Ну как, хорошо и плохо одновременно. Блин, а что, есть шансы, как вы думаете? Есть шансы выиграть? Давай попробуем так. Первым сессионным шутером был овер, хорош. Вот в овере, кстати, мне кажется, с преимуществом в одного человека выиграть гораздо легче. Я в овер тоже играл в свое время, ну немного. Я даже до 100 левела не докачался. У меня там 80 какой-то линию. Не, ну достаточно поиграл с друзьями, но не так много, как хотелось бы. Так. Офигенно. Оружие в игре очень приятное, кстати. На ней тяжело атаковать, короче. Понимаю, брат. Я тебя не видел, ты меня увидел. T-45.
Я иду на Б, иду на Б. Один в четыре, выиграю или нет? Да ты серьезно? Не, не успел бы. Ой, тупо сделал сейчас. Максимально тупо. Ай! Acceptable. Челики, давайте, надо собраться. Блин, мы если эту выиграем, это будет жестко. Приятные новости для канала? Да, хочу, какие? Не, я читаю, почему? Ты поменял паладинс на оверсентар? Это жестко. Ой, точнее наоборот. Я просто в процессе, а не весь в процессе, как говорится. А, да ладно. Прикольно. Только это коды будут на доступ, а вот когда игра бесплатная станет, какие у меня рассылки будут? Не, ну это круто. Светлане огромное спасибо. Мне нравится то, что у эпиков... Ой, ой, эпик. У Хайрезов есть человек, который с СНГ работает таким образом. Типа, если нам будут давать коды для розыгрышей... В дальнейшем. Для всякого контента, для ну, для скинов, там что-то такое. Я буду безумно рад. А где бомба? Ставь. Don't let them disarm it. Utility out. Utility out. Понял, понял, отходим. Хорошо отработали. Хорош. Вот это было хорошо. Вот это было хорошо. Она очень приятно играется. Она, знаете, в плане каком приятно играется? Игра не будет для задротов, вот, типа, ну я так думаю. Ну, как объяснить? Ну, вы поняли, короче. Да? Короче, чат, игра прикольная. Да, возможно, вас не хватит там на 10 тысяч часов в ней, но играется очень приятно. Себяшек не будет, это как понять? Не, коды будут, это уже хорошо, ребят. Так что, кому интересно Rook Company, я буду рад вас видеть на канале. Лол, подписывайтесь, ребят, будут розыгрыши. Ай-яй-яй-яй, я хотел залезть. Чел, лучше подними меня, чем добей его. Я так и знал. Почему у них привычка... А, он тоже ползает, последний... А, нет. Ай, ой, хорош. Ну вот, что и требовалось доказать. Ребят, мы выиграли втроем. Мы выиграли втроем против четверых.
это было вкусно.